Набережная канала Грибоедова, манеж, малый зал. Там можно увидеть целую коллекцию плакатов в митьковской манере. Да, и не забудьте, что это Санкт-Петербург. Далее в нашем времени новости от Первого молодежного. 28 января считается днем памяти советского поэта-эмигранта со сложной судьбой Иосифа Бродского. В какие краски облекают его жизнь и творчество дети, смотрим в сюжете. В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась выставка рисунков детей «Мой экипаж». Темой для детских размышлений послужило стихотворение Иосифа Бродского «Баллада о маленьком буксире». В написанном легким живым языком стихотворении для детского журнала, тем не менее, чувствуется тяжелая манера Бродского. Писал он о буксире, а написал о себе. Я считаю, что эта выставка – такой, знаете, верхняя часть айсберга, потому что ей предшествовали занятия, двухчасовые занятия. Дети в американском кабинете слушали о его жизни, смотрели вещи, там, плакаты, фотографии, слушали рассказы. Так, пропустив через себя творчество Бродского, позже, повзрослев, ребята не останутся равнодушными и снова откроют книгу.